В декабре россияне получат двойную пенсию и пособие, но это не подарок к Новому году. Так как начало января приходится на зимние каникулы, выплата за данный период будет начисляться авансом, начиная с 25 декабря. Пособия в декабре также будут выплачены в два этапа – с 1 по 8 число и в конце месяца – авансом. Сумма за декабрь останется прежней, а за январь увеличится, так как с Нового года все социальные выплаты будут проиндексированы на 7,5%. Повышение страховой социальной пенсии в декабре не планируется, но размер фиксированной выплаты удвоят для всех пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста в ноябре, инвалидов первой группы и пенсионеров, на иждивении которых находятся близкие родственники, плюс треть фиксированной платы на каждого иждивенца.